Всем доброе утро. У нас на улице опять дождь идет, как всегда. И на стапеле церата, что есть очень редко. Что-то церат у нас мало очень в городе. Значит, повреждение. Ну, самое большое – это дверь. Попробуем сегодня нестандартный метод рихтовки. Андрюшка Бещенков знает, о чем я. Если что покажу, не получится, не покажу. Не, я все покажу. Значит, Андрей, сегодня пробуем нестандартные методы рихтовки. Ну, такая вот, видно, да, заломала немного. Дальше. Здесь понты два раза пулером пройтись. Здесь там 4 мм вмятинка. Задняя дверь, вот вмятинка. Кстати, ее видно не было, потому что машина приехала вся вот такая грязная. Человек, кстати, за нее не знает. Здесь только одна вот мятинка маленькая. Здесь все нормально. И вот здесь кантик подломала немножко. И вот мятинка тоже небольшая. Клиент разобрал мне переднюю карту, снял. Заднюю карту сказал, снимать не надо. Что-то там трудно, она снимается. Говорит, сделай с подером. Ну хорошо, с подером так с подером. Можно было хотя изнутри это все чуть-чуть легонько повыдавливать. По крайней мере, вот это можно было выдавить, да, напильником пройти с рихтовочным, оно бы и ушло. И это ушло тут на самом деле, блин, пару миллиметров всего лишь заломчик. То есть, ага. Вот вмятина. И вот, если видно, ну, здесь на двери вмятинка, мы ее не трогаем, она такая миниатюрная. Здесь может кантик надо подбить. И вот есть мятинка, но нам ее надо тронуть, потому что здесь тоже как-то поднадуло немножко. Ударчик вот сюда был, сделал мятинку и сделал бугор. Пулером натянем, просто чем не будет. Значит, это я делаю как бы... Ну, сейчас перемоточку ускоренную включим под музычку. Это я сделаю. А дверь, наверное, уже потом будем типа вместе пытаться делать.
Все готово, кроме двери. Ну, это понятно, легкотня. Это вообще тут понты. Здесь немного больше, но тем не менее отлично. Здесь немного было больше. Главное, что не играет, хотя у нее такой тонкий металл, что он как-то вот, видите, как он продавливается. О, я аж пошел на ту сторону смотреть, думаю, что дверь такая жидкая. Это церата, у нее такой тоненький металл. Ага, тут натяжки. Это тоже все готово. И это готово. Даже решил попробовать змейкой поработать. Вот и вот. Но это не то, что я вам хотел показать. Так, давайте перейдем на эту дверь. Эту дверь надо аккуратно оттуда довануть. Отдаванем мы ее пневмоподушкой. Попробуем. Сейчас ставим туда подушечку. Конечно, дверь будет открытая, шланг аж будет торчать. Но ничего, может как-то аккуратно. Здесь хочу как-то аккуратно довануть и тук-тук-тук, зазор туда, чтобы ушел. Потому что, блин, он у нее должен быть миллиметра 3, но снизу там больше, с другой стороны тоже больше. У нее немножко как бы двери просевшие и с одной стороны, и с другой. В общем, засовываем пневмоподушку, попробуем. Я, честно, не знаю, что выйдет. Что выйдет из этой затеи, но я хочу попробовать. Попробуем. Так, пневмоподушка. Я 100% сейчас Андрей Бищенков смеется, когда смотрит это видео. Андрюха, смотри. О! Ой! Смотрите, у нас консоль ровный. Это спускать, это накачивать. Ну нормальненько легко, немного даванули. Не ожидал, что так легко, легко пойдет. Надо снять. Сейчас в то же время она может держать давление. Ну да. На зазор не повлияло, немного выдавили эту вмятину. Вот эту бы выдавить. Вот. Самая здоровая. Там замок. Можно снять замок, в принципе, да? Можно. И еще разок. Сейчас подсоединюсь. Пробуем вот здесь где-то. Давление шланга. Хоть снимает? Снимает. Прикольно, да? Так легко. Сейчас повыдавливаем ее. Ну вот, одну выдавили, вторую выдавили. Вот еще вмятина хорошая. Низ тут понты, одна вмятина, вторая. Вот это надо выдавить. Давайте еще попробуем подушкой вот эту фигню выдавить. А там уж как получится, так получится. Люди, забудьте про пневмоподушку. Да, пневмоподушка сейчас повыдавливала, блин, большинство.
Ну блин, там замок, там неудобно ее размещать. У меня их две, одна большая, вторая маленькая. Ничего я вам не покажу, можете не просить. Лучше так аккуратно поддавить. Хотя пневма помогла, реально. Зазор, ну здесь дверька упавшая просто. Человек не хочет ее поднимать. Потому что с другой стороны тоже упавшая. Это еще украинская сборка. Ну, если взять вот здесь зазор такой, ну, хорошенький. И вот как-то до этого конта он одинаковый, выше этого конта он начинает уменьшаться. Если дверьку поднять, то он здесь немножко уменьшится, здесь немножко увеличится, и в целом будет нормально. Готово. Как-то я перестал снимать в один миг. Здесь есть еще ямочка, но ее попробуют без покрасочного убрать, потому что я не знаю, они как-то хотят в кант именно вкраситься, а здесь вот на грани. Ну, кант на грани тоже. Короче, ямка лезет уже на кантик. То есть это без покрасочного уберут, чтобы тут минимум было шпаклевки, люди хотят. Это не красит. Верх тоже не красит. Ну, то есть тут частичная очень покраска. Порог красит только часть. Там не красит, там не красит. Ну, все готово. Металл тонкий, трудно сделать его, чтобы он не играл. Ну, тем более не... Ой, ну, сделал, короче, не играет. Не играет, это хорошо. Здесь еще герметика должно быть. Ну, усилитель должен быть приклеен. Вот эта штука должна быть приклеена к филенке. Она сейчас зазор имеет. Не хочу подбивать, боюсь что-то испортить. Если, не знаю, будут клеить, не будут. Вон сколько точек видно от усадки. От самого пулера точек нету, только от усадки. Замовилит. Зазор. Да, вы знаете, отличный зазор. Мне кажется, вот здесь, если взять 3 мм, тоже 3-3-3. Ну и здесь вот он после этого молдинга как-то идет чуть-чуть, начинает расширяться и выходит на большой зазор. То есть дверьку приподнять надо. Так, хорошо, хорошо. Можно было приподнять дверьку, но человек не хочет крутить болты под ригель. Потому что как бы машина там любимая, машина на продажу. И нельзя, чтобы видно что-то было, что где-то что-то крутили. Все, короче, звоню, отдаю, пусть забирают. Ну, здесь тоже все готово. Блин, а самое главное, мне ж молдинг привезли, чтоб я мерил. С него, правда, все клипсы повытягивали, они там поломали, сказали, потом на кузовной герметик или на что-то вклеят. Молдинг подходит без проблем. Это не... как его? Это не дочищенная краска, это не щель. Все отличненько, все подходит. Молдинг надо не сломать, он, наверное, стоит кучу денег. А может не стоит. Хотя что такое куча денег? Ну да, видно, маленькая. На. Ну, ножик не пролазит канцелярский. Вообще нигде не пролазит. Значит, сам, значит все чики-пики. Есть он маленькие эти. Он видно. Я ж я ж не супермастер по споттерам, вы же в курсе, да? То есть мне еще сотни две таких дверей. И тогда будем уже это кое-кого на конкурс вызывать. Суперспотеристов. Всем удачи, всем покеда. Есть хорошая новость. Проект Печалька ВАЗ-2199. Все просили покрашенную показать. Я вам покажу. Через 2 дня она ко мне ее в гости пригонит. Загоним на стапель, будем перерихтовывать. Крышу будем дотягивать, то что в прошлый раз не дотянули. Подождите, не уходите. В общем, все, машина закончена. Позвонил. Человек забрать сегодня не может, уже как раз шабаш. Завтра утром заберет. И завтра утром мы загоняем прикольный автомобиль. Я надеюсь, кто смотрел про эту печальку, тот знает. Короче, мы завтра загоняем эту машину. Будем тянуть морду, тянуть крышу, дотягивать. До завтра.